Жители нескольких садово-дачных товариществ Кировского района рассказали главе города Елене Лапушкиной о проблеме с дорогой, которая ведет к дачным участкам. Из-за отсутствия дорожного полотна дачники и жители Крутых Ключей следуют в объезд через кладбище. Все, что ближайшее есть для дачников, это железнодорожная станция, от которой пенсионерам очень тяжело добираться. Единственный проезд к дачам проходит через Зубчининское кладбище. Проблему могло бы решить обустройство дороги и запуск общественного транспорта к дачам. С таким предложением к главе города обратились дачники. Сейчас дорога идет через кладбище. Там одна машина еле проезжает, то есть вот этот весь поток дачный, они вот едут вот так. На встрече решили отсыпать подъездные пути к дачам крошкой и в дальнейшем выработать меры, чтобы исключить транзит через кладбище. Наша задача вместе с департаментом жилищно-коммунального хозяйства все-таки определиться о возможности строительства дороги объездной вдоль кладбища до примыкания и подготовить обращение в Минтранс. Жители промышленного района рассказали о проблеме с затоплением подвала. Дом на Карла Маркса 274А затапливает из-за технологического отказа на инженерных сетях водоотведения в районе соседнего дома. У них постоянно, часто засоряется канализационный колодец, и вода по принципу сообщающих сосудов нашла промывину в теплотрассу, которая, видимо, проходит рядом. И устремляется по паттерне, так как наш дом ниже, тепловой ввод. Мы с этой проблемой боремся уже на протяжении 5 лет. Но так как колодец засорялся еще вышестоящего дома не так часто, то как-то мы терпели. Периодически канализационные стоки, которые поступают в подвал, откачивают. Чтобы решить проблему кардинально, решили подключить ресурсоснабжающую компанию, которая проведет телеметрию и определит дальнейший план работы. Также жители пожаловались, что у одной из ближайших школ установлена контейнерная площадка, в которой копится мусор, который никто не вывозит. А у самой школы отсутствует часть ограждения. Проблему с контейнерной площадкой поручили выяснить району и департаменту горхозяйства, а информацию по ограждению передадут в департамент образования. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, «События».